Высаживаем ранний огурец в теплицу. Теплица неотапливаемая. Приготовили пластиковый контейнер, ящик. Набили его землей, такой хорошей, нормальной, плодородной. В лунку насыпала 2 ложечки золы, перемешала. Огурец у меня находится в стакане. И еще для удобства, чтобы вытаскивать, там сделан мешочек целлофановый. Сейчас я его вот установлю и подсыплю грунтом. Как бы со всех сторон, чтобы потом только в эту ямку образовавшуюся его ставить, этот мешочек. Ну, будем пробовать, что получится. Так. Так вот я. Желательно, чтобы земля не пострадала. Корешки, вот вы видите, хорошие корешки. И вот так вот прямо вставляем сюда. Так, все. Подсыпаем. Грунт еще потом добавлю. Поставим опору, палочку позднее. И проливаем тепленькой водичкой, чтобы корешки расправились и пошли сразу в рост. Сейчас в теплице 25 у нас. Ночью у нас в теплице холодно. И мы будем накрывать сверху пластиковым таким же контейнером, то есть сверху ящиком на ночь будем. Сверху мульчирую торфом, можно кокосом, ну, в общем, у кого что. Опилками я огурцы не мульчирую, чтобы кислотность они не повышали. Вот так вот, в общем. По мере подрастания у нас здесь есть еще место подсыпать сверху грунт. Поставим сначала палочку, а потом наверх натянем веревочки. Вот так вот. Сегодня у нас 9 апреля 2022 года, Тюменская область, неотапливаемая теплица. Пробуем высадить огурец на ранний урожай. Огурчик у меня прислан из Германии, длинный по форме будет, ранний, нежный, вкусный. Будем пробовать. Спасибо за внимание, подписывайтесь, заходите на просмотры.